В преддверии 9 мая депутаты Московской областной думы Олег Гаджиев и Александр Легков совместно с окружными депутатами и подрядчиком проверили состояние памятников. Первой точкой стал мемориал воинской славы с вечным огнем на братской могиле 259 бойцов, умерших в госпиталях Загорска в годы Великой Отечественной войны. Памятника нет водоотведения, соответственно, здесь грунты гулящие, соответственно, поднимают постоянно в памятнике, соответственно, камни все эти отвалились. Мы каждый год на место его кладем, вот, и лачим. Плачем, приводим все это в порядок, как можем. Все швы замазываем, все швы затираем, соответственно, все это подладка. Также вопрос у представителей власти вызвала недоделанная клумба за самим мемориалом. Памятник в основном готов. Остались небольшие корректировки, связанные кое-где подмазать щели. А единственное, вот сейчас у нас вызвал активный вопрос, это вот первый ряд ступенек при подходе к памятнику, который несколько вырос. Второй, третий ряд отремонтировали. А этот боятся трогать, потому что тут есть вопросы, связанные с основанием грунта и так далее. Ну, так говорит, что подрядчик снимет, посмотрит. Если до 9 мая реально тут все это поправить, то это будет поправлено. Единственный общий вывод такой, что памятник нуждается в капитальном ремонте. Дальше представители власти отправились к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Птицеград. Там они пообщались с местной жительницей и выяснили, какие недочеты есть в благоустройстве памятника. Вот две ямки, тихо, сами осторожно. Вот, я думаю, что это коммуникации. Ну да, наверное, что-то делались, какие-то надо работы. Надо их как-то прикрыть. В прошлом году я говорила, не сделали ничего. Памятник на Горбуновской улице в Хотьково также не остался без внимания представителей власти. Здесь, конечно, история такая, что здесь, конечно, все бы это снять, грунт растительный снять, хотя бы сантиметров на 30-40, засыпать щебнем, сделать дренаж, песок, трамбануть и на сухую смесь. Какой-то, сколько-то объем посредством прикинуть. Потом не сейчас вообще. Это можно, конечно, Сергей Николаевич Нефедову можно будет выехать, мы все это здесь оценим, все это и смету заложим. Сейчас летом, если на следующий год. Все это согласен. Такие объемы не согласен. Делаются весной, когда грунт не успокоился. Надо летом делать. В Птицеграде, да, значит, осмотрели, там же нас же встретили даже жители, которые уже были готовы нам рассказать, какие есть недочеты, там есть определенные ямы, переживают, что может провалиться кто-то там из детей или из взрослых. Обязательно этот тоже момент поправим. В Хотьково на Горбуновке так называется, здесь тоже есть определенные недочеты. Проговорили также с подрядчиком, что в срок обязательно к 6 числу вообще все мемориалы нашего округа будут закончены.